Вы знаете, да, была ситуация, когда практически вся диаспора, наша армянская диаспора в Москве объединилась для того, чтобы каким-то образом повлиять на эту ситуацию. Но знаете, была небольшая сложность. Если вы помните, это касалось не только нас в России, но и, наверное, в Армении. Люди были введены в заблуждение, и все 44 дня нам казалось, что мы побеждаем. И мы, вы знаете, перечисляли большие суммы денежных средств и в Всеармянский фонд, это были и личные, так сказать, пожертвования наших людей нашей диаспоры для того, чтобы Գասեք, ինչ կան каким-то գումարել, образом. ինչ կան գումարի մասին է խոսքը, ինչ գումարի մասին է խոսքը. Вы знаете, я сейчас не готов сказать о суммах, но если вы помните, во Всеармянском фонде была собрана определенная сумма. И, к сожалению, через какое-то время стало очевидно, что эта сумма не была потрачена на нужды войны, на нужды тех людей, которые нуждались в этих суммах. Поэтому в определенной степени в диаспоре появилось недоверие. И сегодня нет ни одного большого проекта, где вы, например, могли бы, я вот, так сказать, известных людей в Москве, в России знаю, и вряд ли они сейчас готовы будут вносить определенные суммы для решения этих вопросов. Потому что нет доверия сегодня к нынешнему правительству, и это очевидно.